Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить главной темой сегодняшней 10-минутки. Война со свалкой в Турлатово. Вновь может появиться полигон ядовитых отходов. Проблемы вкладчиков и строителей. Весеннее обострение. Цирк «До свидания». Знаменитый цирк Никулина в эти выходные дает последнее представление в Рязани. Ну а теперь обо всем подробнее. Турлатовский полигон, о закрытии которого так долго говорили рязанские власти и так много для этого сделали, опять начинает подавать признаки, в прямом смысле слова, дурно пахнущей жизни. Владельцы свалки готовы опять гостеприимно открыть Рязань для захоронения опасных отходов. Вопрос должен решаться на публичных слушаниях. Интересно, какие аргументы приведут собственники, чтобы уговорить народ на свалочное добро. На вчерашнем заседании правительства региона губернатор высказался резко против реанимации свалки. Я вообще считаю, даже рассмотрение вопроса о размещении такой свалки является нарушением закона. Потому что закон однозначно говорит, что запрещается размещение свалок опасных отходов вблизи населенных пунктов. Значит, вот это слово «вблизи» пытаются трактовать так, что вблизи нельзя, а в населенном пункте можно. Турлатово вообще не слишком счастливая сторона в плане экологической обстановки. Как, впрочем, и весь южный промузел Рязани. Как тут не вспомнить жутковатую находку, сделанную в прошлом мае на одном из здешних предприятий. При проведении очистных работ природа явила людям вот этого монстра, созданного, без сомнения, не без участия заводских промотходов. Опубликованы снимки изданием «Семинфо». Как бы и люди не начали понемногу превращаться в космических мутантов. Вернемся вновь в Рязань, а конкретно в Турлатово, а еще конкретнее к обстановке с питьевой водой. О ней стоит сказать особо. Народ все чаще начинает обращаться в суд для того, чтобы отстоять свое законное и простое право на чистую воду и собственное здоровье. Из Турлатова сегодня привезла репортаж Элеонора Миенкова. Всплывающий мусор и разлив талых вод в поселке Турлатово пугает случайных гостей каждую весну. Но мало кто знает, настоящая проблема с водой не здесь, на улицах и дорогах, а в самих домах. Вот вчера я налила для цветов. Вот видите уже какой осадок. Угу. Желтый. А если побольше постоит, ну вот если эту бутылку использовать почаще, то будет вообще вся ржавая. Они уже и не помнят, когда из крана шла чистая вода. Как по волшебству, та меняет свой цвет в течение дня. Вот она сразу желтеет. Вот наберешь, если ее, она сразу желтеет. Однако, кроме Галины Васильевны, неравнодушных жильцов мы здесь больше не нашли. Несколько раз перед нашим носом закрывали дверь, а в итоге и вовсе сказали, где вы были в 91-м, тогда нужно было решать этот вопрос. Очень запах плохой, такой тухлый. За долгие годы с ржавой водой жители по-своему приспособились. Кто-то заказывает воду из Рязани, кто-то возит ее из родника, а кто-то ходит в гости к Анатолию Константиновичу. А у нас колодец отлично, у нас полтурлата уходит за водой. Колонки, конечно, у меня нету, а колодец у меня вот такая вода. Между тем, вода давно стала хорошим бизнесом. В конце января этого года было возбуждено уголовное дело по незаконной добыче подземных вод из артезианских скважин. При этом реализовывались они по сетям централизованного водоснабжения в Мурманском сельском поселении. А подозреваемым по делу проходил и вовсе депутат Рязанской районной думы. Как говорится, попытка не пытка, а спрос не беда. Если у народа горе, почему бы не сделать на этом деньги? Кстати, на заседании правительства руководитель региона говорил и о наведении порядка в застройке Рязани. Речь шла, в частности, о конкретном случае со зданием в Конищеве, но сейчас немного не об этом. Строительство в Рязани вообще нередко ведется как психическая атака, без правил, без соблюдения норм и интересов вкладчиков. Один из примеров у Елены Вожаковой. На улице Грибоедова возле дома номер 55 сегодня состоялось плановое собрание собственников жилья. Вот только на повестку дня соседи вынесли не вопрос благоустройства двора, а другую, более важную проблему. Как заехать в дом, который должен быть сдан 3 года назад? Строительство началось где-то уже в 2007 году. Первые договоры были заключены как раз в это время. До настоящего момента дом не сдан в эксплуатацию. Хотя все дольщики, насколько мы знаем, полностью внесли оплату. Жильцы злополучного дома обратились во все возможные инстанции. И в процессе разбирательства выяснили одну пикантную подробность.
недвижимость. Оказывается, что земля под их домом не полностью принадлежит застройщику. К тому же разрешение на строительство у фирмы действительно лишь до 2004 года. И поэтому наши договора об участии в долевом строительстве, они не прошли регистрацию в органах Росреестра. И у нас такие подозрения и сомнения, что на наши квартиры есть и вторые, и третьи покупатели. О том, что это возможно, свидетельствует и вывеска на доме, по-прежнему предлагающая приобрести в нем помещение. Абсурд всей ситуации налицо. Вот перед нами стоит новенький и даже застекленный дом. Осталось подвести коммуникации и можно перевозить вещи. Но из-за недобросовестных застройщиков жильцов здесь, если увидят, то очень нескоро. Это фактически уже полтора года. То есть полтора года человек делает вид, что его не существует, и он не причастен к строительству этого. И кормит нас завтраками. Конечно, об объективных причинах задержек строители могут говорить часами. Это и курс доллара, и повышение цен на строительные материалы, и проблемы с различными ведомствами и их чиновниками, и действия плохих поставщиков и подрядчиков. Вот только тот факт, что эти обстоятельства не являются форс-мажорными, а просчитываются как коммерческие риски и должны быть в принципе, ими предусмотрены еще до заключения договора долевого строительства, они вам никогда не скажут. А если дома построить, то не факт, что уют и комфорт в квартире и во дворе вам гарантирован. Впрочем, это относится и к жителям уже не новых домов, которые с грустью следят за тем, что происходит прямо под окнами, рассказывает Оксана Тебенихина. Трудно поверить, но этот двор находится практически на Театральной площади. Жители дома 2/6 на улице Циолковского уже устали изо дня в день смотреть из своих окон на унылый, даже мрачный пейзаж. Ни детской площадки, ни палисадника, ни бордюров. Но просто классика жанра, только мусор и грязь. Что возле подъезда творится и что здесь творится у нас нарыто. И никакого по этому поводу начальник нашего ЖЭУ не предпринимает никаких вообще попыток что-то исправить. В час пик вы приехайте как-нибудь. В час пик здесь вот непрекращающиеся маршрутки ездят, автобусы, пазики проезжают. Это еще ерунда, как утверждают жильцы дома, по сравнению с тем, что в канун Нового года руководство ЖЭУ номер 18 решило, что именно сейчас, в конце декабря, самое время отключить дом от отопления, разрыть двор и сменить трубы. Если это вот у нас разрыли, например, тут зимой у нас ложили, сменяли отопление, трубы отопления просто. Отключили отопление, 3 дня не было тепла. Отключили, перерыли и все. В подвале болото, во дворе помойка. Жильцы дома на камеру сказать постеснялись. Но есть у них догадки, что элитный дом, что стоит напротив и в кулуарах, называемый ими буржуйским, может являться одной из причин их плачевного положения. Дело в том, что когда красавец из красного кирпича только начал подниматься с фундамента, застройщик и будущий председатель нынешнего ТСЖ пытались отхватить большой кусок земли у уже старенького дома. Жильцы свою зеленую зону отвоевали, на что председатель ТСЖ пообещал, что жития спокойного им теперь не будет. И еще об искусстве. Скоро наш город покинет цирк Никулина. Осталось всего 2 представления и до свидания клоуны, которых надо беречь. До свидания феерии фонтанов и лазерного шоу. До свидания люди и звери, которые тоже артисты. Слово о цирке у Ирины Ковалевой. Весна наконец-то пришла в наш родной город, а вот цирк Никулина с программой «Берегите клоунов», к сожалению, из него уезжает. Их гастроли подходят к концу. Уже не раз мы рассказывали об этой захватывающей шоу-программе, и напоследок хотелось бы вспомнить самые яркие ее моменты. Конечно же, всем горожанам запомнились и полюбились те, кому она посвящена. Клоуны. 3 веселых толстяка и Владимир Дерябкин на протяжении всех гастролей веселили рязанцев, делали из них артистов цирка и кино и даже дарили подарки. Радовали в этой программе и животные. Мишка-гаишник, веселые обезьянки и, конечно же, карликовые кабанчики, которые буквально очаровали жителей нашего города. Ну а воздушные гимнасты и эквилибристы поразили своим мастерством. Большинство из них работали без страховки и не раз заставляли замирать сердца зрителей. Кстати, все это у вас есть еще возможность увидеть собственными глазами. Осталось всего 2 представления. Приходите, не пожалеете. Вы действительно не пожалеете, потому что перед вами откроется настоящий мир цирка с его чудесами от графа Сокола, невероятными спецэффектами и грандиозным водным шоу. На сегодня все. Хорошего всем вечера и доброй погоды завтра. Увидимся в четверг, как всегда, в эфире телекомпании «Город».